Окей, погнали. Погнали, погнали. Натер с ладошек ручничок, смешал по дозе табачок, курнул, но вроде не навоз, кентишка дунул паровоз. Ну что могу сказать, увы, афганка, да повеселей. А так сидим, глядим в окно, прибило так, что все равно. Ты мол, пошел по комнате, ты мол, ты мол, ты мог окутал потолок. Ты мол, пошел по комнате, ты мол. Вдруг сзади кто-то нам салам, но мы в ответку пополам. Зашел кентишка из налива, закинул 8 литров пива. Ну что могу сказать, увы, афганка, да повеселей. Блин, ну музло, конечно, топовое. Я не скажу, что это мое, но забавная тема достаточно. Номер 5 в списке лучших клипов. Блин, ну клип, кстати, такой простенький достаточно, да, но со вкусом вроде как. А так сидим, глядим в окно, вообще прибило на говно. Ты мол, пошел по комнате, ты мол, ты мол, ты мог окутал потолок. Ты мол, пошел по комнате, ты мол. Курнули снова ручничок, с него поймали шугнячок. Опять прогнали паровоз, прибила, сука, аж до слез. Ну что могу сказать, увы, афганка, да повеселей. А так сидим, глядим в окно, там дождь идет уже давно. Ты мол, пошел по комнате, ты мол, ты мол, ты мог окутал потолок. Ты мол, пошел по комнате, ты мол, ты мол, ты мог окутал потолок. Да, мне показалось сначала, что это скриптонит. Ты мог окутал потолок. Блин, ну что я могу сказать? Клип забавный, музыка классная, но, ну, по тексту мне такое, конечно, не близко. Интересно, конечно, что эта музыка занимает лидирующие позиции. Кому-то, видимо, такое заходит по кайфу. Почти 9 миллионов просмотров. Блин, ну забавно, забавно было, конечно, посмотреть. Я когда подрубал, клипец не ожидал, конечно, такого именно музла.